Всем привет! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Наталья, и мой день начинается с легкой уборочки, которую я провожу на кухне, в зале, в спальне, в общем, во всех комнатах по чуть-чуть. Навожу небольшой порядочек, и завтра мы наконец-то поедем за шторами в зал. И наконец-таки я думаю, что мы купим все-таки шторы в зал, тюль купим. И будет у нас намного уютнее, конечно же, комната, чем сейчас. Тут я складываю белье в корзину постельное, буду стирать попозже. И вот, чтобы оно мне не мешалось, нигде не валялось, я, конечно же, вот в эту корзину складываю. А в спальне я решила повесить свои старые шторы, которые я когда-то сняла. Они меня прям как-то взбесили, что ли, я не знаю. То, что они темные, и комната из-за этого кажется еще меньше. И так кровать стоит огромная, тоже такого темного цвета. Плюс еще шторы темные. Мне кажется, визуально они, эти шторы, как-то уменьшают спальню. Но решила повесить, так как без штор спальня, конечно, тоже выглядит не очень как-то уютно. А все-таки шторы, какие бы они ни были, они, тюль, шторы создают, ну, какой-то комфорт, уют. А все равно охота немного, когда, допустим, отдыхаешь днем, охота от солнышка как-то спрятаться, да, от света вот зашторить. А шторы, если нету, очень некомфортно. Вот, а со шторами все-таки лучше. Но я думаю, со временем мы и в спальню тоже какие-то шторы прикупим. Тоже хочу светленькие какие-то шторы, чтобы было такое, в общем, как можно больше света было. Всем привет! Сегодня новый день, новый влог. У нас раннее утро. Мы с Региной уже успели сходить в больницу, сдать анализы. Мы сдавали анализы, в общем, на аллергию. Вот, потому что у Регины появился такой какой-то непонятный симптом, чешется, да, все. Mm-hmm. И вот мы думаем, на что это аллергия. Сдали, в общем, аллергены на глютен и сдали аллергены на кошку. Вот, посмотрим. Ну, там еще витамин D, железо, фолиевая кислота, в общем, что нам доктор, как говорится, прописал, то мы еще дополнительно и сдали. Поэтому на следующей неделе уже будет результат у нас готов. Вот. Если не обнаружится на аллергию, получается, которую мы сдали, на эти аллергены, аллергии, да, то мы будем дальше сдавать понемножку, потому что, чтобы сдать на аллергию, получается один аллерген, например, там кошка, и кошка это есть там несколько этих аллергенов, кошка там пыльца, ой, перхоть, кошка, там, я не знаю, еще что-то, в общем, на каждый аллерген есть еще подпунктики какие-то, и каждый этот аллерген стоит 2200. Это очень, конечно, накладно получается. Я не знаю, почему так сделали, почему разделили все эти аллергены, почему нельзя собрать в один анализ какой-то, да, ну, пищевая аллергия, например, и чтобы туда все это входило. И как-то одну какую-то символическую цену, да, за эти аллергены. Вот, в общем, у Регины это был первый опыт сдачи анализа крови из вены. Вот, она, конечно, держалась молодцом, да, Регин? Даже не пикнула. Вот, умничка она у меня. Молодец. Не плакала, ничего. Доктор тоже очень хороший. Мы сдавали, кстати, в Олимпе. Вот, и нам дали вот такие вот раскрасочки. Смотрите, вот такие раскрасочки нам дали. Не нам, а Регине. Так что вот она будет раскрашивать теперь. И вот такую вот грамоту, представляете, там дают. Целая грамота. Награждается за проявленную смелость и стойкость. Потому что мы ее с тобой заполним, да, Регин? Грамота. Вот тебе память будет, как ты сдавала кровь из вены. Еще? Первый раз. И еще дали такие дудочки, которые на день рождения дуют. Пойдем брать дудочки. Да не надо их, потом надо их помыть, в общем, и это. В общем, вот так вот, вот такие вот дела. Ну, давай ты сходишь, помоешь мою дудочку. Потом помою, не сейчас. Все?
Да? На улице у нас прям мороз. Зима опять пришла, потому что до этого прям был капец, как все таяло, все плюсовая температура была. Сегодня у нас минус 17, по-моему. Всем добрый вечер. Сегодня мы с мужем сходили за покупками в Алтендар. И хочу вам показать, что же мы купили. В первую очередь, это вот такую вот рыбку мы берем. Вомер называется. Нам она нравится, девчонки ее очень любят. Она практически без костей. Также я купила в Алтендаре сейчас большой ассортимент семян. И я там не заморачиваюсь. Там они по очень выгодной цене. Я не заморачиваюсь. В общем, купила семена именно в Алтендаре фирмы Invent. Когда-то я уже брала этой марки семена, и в принципе они что покупаешь, то и вырастает. В принципе, вот. Взяла петунию вот такую вот, по краям бахромчатая она, афродита, и это афродита красная и розовая, вот такая вот. И стоили эти петунии всего лишь навсего 140 тенге, а если брать какие-то бренды там типа Аэлита или еще какие-либо, то они где-то 300-400 и выше стоят. Также редиску я взяла, тоже взяла несколько пачек, одинаковые редиски, рубин называется, такая вот. Тоже что-то около 55 тенге стоит пачечка. Морковку нанскую я взяла 4 пачки, вот такую вот. Будем сажать. Томаты я Лиана брала когда-то, решила вот снова взять себе такой сорт. Мне, в принципе, нравился. Кустик он такой идет коротенький, небольшой и, в общем, детерминантный, да, невысокий куст. Они, в принципе, хорошие и созревают быстро. Также я взяла траву для кошки. Я взяла 3 пакетика. Трава для животных. Вот такая вот. Тоже буду наши кошки сажать, пускай кушает травку. Витаминчики ей полезны. Потом взяла желтое чудо, 2 перчика. И красное чудо, тоже 2 упаковочки. Вот такие вот перцы взяла. Желтый и красный. И огурцы взяла, потому что, в принципе, мне нравятся такие огурцы. И в засолке они мне тоже нравятся, как они получаются. И в салатике тоже. И их очень много бывает. Поэтому я взяла на этот раз 3 целых упаковки вот таких вот китайских огурцов. Да, они колючие, такие вот тонкие, длинные, закругленные. Но они вкусные и ароматные. Буду выращивать. Помимо таких маленьких огурчиков, посажу еще вот эти. Также взяла корм для кошки Фрискис на этот раз. Что-то мне не нравится, как пахнет этот жидкий корм. Пахнет вот вообще не едой. Я не знаю, как кошки это едят. Взяла масло пестравку, 2 упаковки сразу взяла, чтобы не бегать, не искать потом. В общем, одна упаковочка стоит около 600 тенге, да, где-то так. Я взяла 2, потому что у нас в магазине вообще за 900 продают. Куда такие цены ломят, непонятно. И вот такое решила масло взять, попробовать. 500 тенге стоит, шоколадное. Написано 60%, то, что он натуральный, наверное. Масло деревенское, шоколадное. Попробуем. Я взяла попробовать пирожные эклер в шоколаде собственного производства. В общем, эклерчики 2 штучки. И вот такой вот творог 9% я уже брала. Из них я делаю, допустим, из одного вот такого пакетика получается 5 сырников. Я взяла 3 упаковки, чтобы как на 3 дня можно будет сейчас сделать сырники, завтра и послезавтра, в общем, распределить.
Очень вкусные получаются и быстро, главное. Для того, чтобы перед телевизором сидеть и как семечки щелкать, только ничего чистить не нужно, и они мягенькие, такие в меру сладенькие. В общем, сидишь в фильме, фильмец смотришь, и вот такие воздушную пшеницу, зернышки щелкаешь. В общем, мы берем иногда такое. Опять решила повторить восточную смесь вот такую. Мне нравится, как она пахнет. Очень вкусно, аромат такой стоит. По всей квартире, когда готовишь, я хочу из него попробовать приготовить рагу. Также я взяла тесто слоеное опять. Здесь у нас бездрожжевое слоеное тесто. 750 грамм. В общем, на 1000 тенге вот такое вот тесто слоеное. Тоже будем свои печеньки делать. Это у нас фасоль. Я буду делать салат винегрет, поэтому я купила. И борщ еще варить. Разделю макароны крученые. Также сыр. Колбаску берем славянскую. Такую вот. Немножко корейской морковки. Тушенку. Вот про такую тушенку Кублея я говорила. То, что я с ней капусту тушу. Мне очень нравится, как получается. И последнее, что было в мешочке, это спагетти. Такая вот спагетти. Дальше, что мы купили, это десяток яиц. Потом вот такие вот мы любим пожевать. Иногда мармеладные змейки. Такие вот. Три помидорки. И молоко я на этот раз решила взять у Доева. Вот в таких вот мягких пакетах. Два пакета, в общем, молока. Для рассады я взяла... Для рассады я взяла вот такой вот грунт. Для цветов и комнатных растений вообще написано питательный грунт. Я буду туда рассаду сажать. Я думаю, какая разница, земля она. Земля. Был маленький пакетик, только такой. Поэтому я его и взяла. 5 килограмм. 5 литров, вернее. Буду перцы и баклажаны уже скоро сажать на свой канал «Цветы, овощи, фрукты». Поэтому, кто не подписался и не знает о том, что у меня есть еще канал, где я сажаю рассаду и снимаю все про дачу, то внизу в описании под видео будет ссылочка на канал. Следующее, что мы купили, это... Что у нас тут? Я взяла капусту. Это не квашеная капуста, это как салат из капусты, но мне нравится, как она пахнет, на вкус нравится, поэтому я из нее буду делать как раз таки винегрет. Вот. Туалетную бумагу я взяла вот такую, вот, можно сказать, самую простую. Вот. И у нас кошка сейчас ходит в туалетную бумагу. Мы ей стелим, в общем, два слоя туалетной бумажки, и она у нас ходит. Поэтому мы сейчас никакие наполнители, ничего не покупаем, очень удобно. Ничего тяжелого таскать не надо. Тут и бумажки, в принципе, где-то на неделю, на две, в принципе, хватает. Она у нас, кстати, ходит без проблем. Взяла заварку вот такую вот. Не нашла я то, что я искала. В общем, хотела с таким львом взять, попробовать. Забыла, как он называется. Вот. Напишите, кто знает прям хорошую заварку, прям чтобы был чай вкусный. Взяла йогурт Данон клубничный такой вот попробовать. Кусочек грудинки говяжья. Получается грудинка здесь. Мяско на косточке на 1139 тенге. Буду борщик варить. Сейчас прям поставлю, отварю. Бананы. Также взяла кефир. Вот таких две упаковочки. Это выгоднее брать. Тоже литр, но за 400
что 500 тенге, да, а там литр продается у нас дороже, по-моему. В общем, так даже удобнее. Одну выпил, а вторая лежит, не портится. То, что обычно бывает, открываешь литровый пакет и не выпиваешь. Остается. А это свеженький. Открыл, когда захотел, и попил. Также два огурца. Из сладостей это вот такие две шоколадки Яшкино. Семечки. Также лук взяла. Лимончик один. И две свеклы. Такие прям большие. В принципе, вот все покупочки наши на этом закончились. Вот и все. В принципе, сейчас буду все это разбирать, готовить салат и готовить борщ.